1 июля 2021 года с прилавок казахстанских магазинов исчезли все сигареты. Правда, это не значит, что в стране введен запрет на их торговлю. Купить их теперь можно из-под полы. По мнению инициаторов нововведения, эти меры исключительно во благо здоровья казахстанцев. Если же правило будет нарушено, то магазины ждут значительные штрафы. В случае нарушения требований данного законодательства, согласно статьи 455 административный кодекс Республики Казахстан, предусмотрены административные наказания, административные штрафы в виде на физлиц 60 МРП, на должностных лиц 80 МРП, на субъектов малого предпринимательства 120 МРП, а субъектов крупного предпринимательства 400 МРП. В размере. После того, как закон вступил в силу, магазины и супермаркеты начали закрывать все витрины с табачными изделиями. Сотрудники КАС утверждают, что данный закон так или иначе влияет на людей с никотиновой зависимостью, потому что спрос на сигареты снизился. Кто как? Почему, говорит, вы закрываете их, говорит? Мы даже не можем, например, узнать, где находятся сигареты. Мы их не видим. Люди возмущаются и недовольны этим. Можно сказать, да, в принципе, снизился уровень нашей продажи. Ну, некоторые, да, некоторые не берут сигареты уже. Сами горожане Шымкента нововведение восприняли неоднозначно. Вы знаете, я не знаю, мне кажется, не надо так массово закрывать. Мне кажется, если даже мы сейчас закроем, они каким-то нелегальным путем это будут, где-то что-то другое вот пробовать, понимаете? Вообще... Барлығында ұрасын суреттер бар, соған қарамасан барлығы істейді, шегетін жегет. Білмеймін, ол үйрен қаған соң ондай суретіне, несіне қарамайтын сияқты ғой. Ешқандай пайда жоқ қой, жоқ болған бәрі ала береді ғой, бәрі сатылып отыр, дұрыс па? Жалпы өзіңіз байқадыңыз ба магазиндер келгенде? Иә, өзім шегемін ғой. Бұл көмектеседі деп ойламаймын, себебі анық оны қатты қалайтын болса, өзін тоқтатамай, тіпті барлық нәрсеге барады деп ойлаймын ол адамды. Психологи считают, что вне зависимости от силы воли человека можно бросить курить за один день. Главное захотеть это по-настоящему. Куркем Усебалиева, Амантай Уэльбеков, Нургельда Садуакасов, информационная служба телекомпании ОТРАР.